Всем привет! С вами канал отдыха и путешествий Fritids Tour. В сентябре мы отдыхали в Анталии. Экскурсии заказывали у местного турецкого агентства. Людей в сентябре было мало, поэтому частенько на экскурсию мы приезжали втроем с водителем. И вот нас водитель привез на водопад Верхний Дюден. Нам очень водопад понравился. Он красивый и уникальный тем, что с одной стороны от водопада расположены пещеры с вырубленными ступеньками, ходами, арками. По краям пещеры растут красивые деревья, древние, с интересными корнями, все заплетено лианами. Даже непонятно, что ты находишься в Турции, оно больше похоже на Таиланд. В летний жаркий день здесь очень прохладно, свежо. Это романтичное место. Можно посидеть на лавочке, полюбоваться красивым видом. Но если у вас есть деньги, вы можете полюбоваться красивым видом из дорогого турецкого ресторана напротив этих пещер. А также сюда можно приехать общественным транспортом. Водопад Верхний Дюден находится в районе Варсак. Это примерно 10 километров от центра Анталии. Можно покушать в недорогом кафе, которое находится перед входом в водопад. В общем, все на ваше усмотрение и ваш кошелек рассчитано. Итак, спасибо всем за просмотр. Если видео было вам полезно, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!